Так, сегодня в Москве стартовала гражданская вакцинация в 70 пунктах. Работаем мы с 8 до 20, без выходных. И изначально мы будем прививать группы риска. Кто это? Это медицинские работники, это социальные работники и это педагоги. Это все те люди, которые непосредственно контактируют с большим количеством населения. Ковидом и хочу защитить себя и своих близких, с кем проживаю. Поэтому было решение принято, потому что я одна медицинский работник в семье, поэтому, чтобы, не дай бог, не принести с работы. Мы набрали достаточное количество исследований для того, чтобы понимать, что 92% эффективность этой вакцины. Мы уже поняли, как мы работаем с этой вакциной, но мы же понимаем, да, что пандемия и заболеваемость – это есть. И на самом деле мы хотим защитить наше население прежде всего от такого опасного заболевания. И если есть выбор заболеть или сделать вакцину, то, безусловно, здесь безвариантные приоритеты. Пока нет никаких оснований не доверять вакцине, да? И все клинические испытания показывают, что она эффективная и уж по крайней мере хуже не будет, да, может быть там 1.5%, если я не ошибаюсь, после вакцинации заболела, но никто не умер, да, по крайней мере, во-первых, да, и причиной болезни не стала вакцина, это тоже важно.